Ну, самое главное не рост и сила, а ум. Можно кого угодно завалить умом, но ум и сила – это сильно. А то расчеты сделал, но силенок не хватает, чтобы было правильно. Но если будут маленькие, какие угодно мышцы, но самое главное – не очень большие, сможешь победить. Так что лучше ходить умным.